Друзья, всем привет и рад вас всех видеть у себя на канале. Недавно вышло видео у Павла Бавича, где он со Всеволодом Фиалковским зарубается в Ставрополе. Всеволод придумал силовой сет с подтягиваниями и с отжиманиями. Надо выполнить за минимальное количество времени 50 подтягиваний и 50 отжиманий на брусьях с дополнительным весом плюс 20 кг. Он взял с собой цепь, они повесили на шею и выполняли силовой этот сет. Но они сказали, если у кого не будет под рукой цепи, можно использовать гирю плюс 24 килограмма. Вот и с гиричкой я вам и покажу этот силовой комплекс. Попробую уложиться за минимальное время. У Павла Бавича получилось время 14 минут 30 секунд, у Всеволода 12:12. И еще принял у них один вызов Дмитрий Кузнецов, он выполнил за 9:30. По поводу брусьев, я ничего не могу сказать, брусья в принципе все сделали нормально, но вот с подтягиваниями я поспорю. Подтягивания не особо были качественные, где-то в середине именно самого сета уже были не особо качественные подтягивания. Вот, и я попробую, постараюсь сделать за минимальное количество времени, ну и соответственно с хорошей техникой. Хочу я разбивать 5 на 5, 5 подтягиваний, 5 отжиманий. Как буду уставать, соответственно, уже буду делать по минимуму. Не знаю, как у меня там пойдет, может быть, все 10 кругов получится по 5. Вот, и так следите, комментируйте, прорабатывайте данные сеты. Вперед смотреть!
Только сейчас я закончил этот мощный силовой сет. Мне показалось то, что я изначально, когда я его выполнял, вроде как легко, а в середине уже я почувствовал, слишком очень сильно забиваются, закисляются мышцы. В отжиманиях проблем не было, а вот в подтягиваниях, конечно, немножко возникли проблемы. Время вы увидите вот здесь. Пишите комментарии, что вы скажете, как вам моя техника, как вам мое время. Вот. На видео еще я показал, как я разбираю гирю. Так как у меня, вот, смотрите, гиря у меня разборная. 16, 24, 32, меняется круз. Ну а так, если вы досмотрели ролик до конца, обязательно поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на каналчик и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить все самое новое, свежее. Ну а я, как всегда, буду вас мотивировать, радовать своими сетами, здоровыми комплексами. Всем удачи, пока. С вами был Иван Пиваев. До новых встреч.